Обережно, двері зачиняються. Caution, the doors are closing. Добрий день. Сьогодні українські хакери проводять очередную кібероперацію. Рекомендуем всем оставаться на местах и внимательно прослушать это обращение. Сегодня свыше 10 сайтов агрессивной российской пропаганды были демонстративно взломаны нами. В число наших трофеев попали сайты информационных агентств террористов ДНР, а также сайты российских сетевых изданий, участвующих в гибридной войне. Недавно авторитетное немецкое издание «Шпигель» опубликовало информацию, что на стороне России в кибервойне принимает участие 4000 агентов, а группировка «Киберхалифат», выступающая от имени ИГИЛ, работает под руководством Кремля. У российских террористов армия кибербойцов измеряется тысячами, нас же меньше десятка. Но менее чем за 4 месяца нам удалось посеять страх и ужас среди российских пропагандистов, офицеров и солдат российской армии и системных администраторов, сайты которых взломали активисты Рух-8, Trinity и Falcon's Flame. Пока Запад выражает обеспокоенность, а официальные структуры занимают позицию мальчиков для битья, мы ведем свою войну за принуждение агрессора к миру на языке, который он понимает. Если Россия стала страной-террористом, то право быть судьей принадлежит каждому гражданину мира. Люди мира, не ждите, пока кто-то защитит вас от агрессора и террора. Действуйте, атакуйте и выжигайте врага. Вместе победим. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – Майдан Незалежності. Next station – Майдан Незалежності.